Народом избран, но сам не голосовал. У Виктора Томенко на Алтае прописки нет. Пока, судя по предварительным итогам. Тем не менее, избирательные участки в день выборов в Рио посетил, познакомился с работой комиссии и посоветовал жителям края обязательно отдать свой голос. Источником власти является народ. Люди должны иметь возможность свое волеизъявление осуществить. Больше всего Томенко поддержали в Заринском и Ключевском районах. 80% от общего числа избирателей. По предварительным данным, на втором месте либерал-демократ Владимир Семенов. Он набрал 16% голосов. Справедливо рос Людмила Суслова 14%, Андрей Крулов от партии Роста 13%. Лидерами по числу принявших участие в выборах стали Алейский, Романовский районы и Зато-Сибирский. Наименьший процент проголосовавших в Бийске и Рубцовске. Там на участки пришли чуть больше трети избирателей. Председатели избирательных комиссий краевой столицы накануне отметили, что явка ниже, чем на президентских выборах в марте. Хотя в Барнауле признают, что ее набрали, в том числе благодаря муниципальному голосованию за ремонт детских садов. Приходили голосовать на участок и голосовали за лучший детский сад. То есть вот это тоже поспособствовало тому, что молодое население, которое имеет детей возраста детского сада, они были заинтересованы, чтобы их детский сад получил какие-то финансовые вливания. И поэтому они были у нас. В марте было больше, потому что не было дачного сезона и больше людей находилось в городе. Более точные итоги выборов будут известны к вечеру. Сейчас краевой избирком обрабатывает данные, поступившие за ночь. Подробнее о едином дне голосования в Алтайском крае расскажем в следующем выпуске. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.